В данном случае квадрокоптер зацепился за грозотрос. Это устройство, это провод, который защищает линию от прямых попаданий молнии. Высота этой опоры 48,5 метров. А квадрокоптер на какой высоте сейчас? Ну, грубо, я думаю, что на высоте порядка 45 метров. Квадрокоптер в итоге вернут владельцу или передадут? Как торжественно будет происходить орган. Передача квадрокоптера? Сегодня это не предполагается. Когда мы урегулируем взаимоотношения в части затрат, которые мы понесли, тогда мы урегулируем вопрос передачи. Утром деньги, вечером стулья. Ну, мы поступим паритетно. Затраты о каких суммах может речь? Ну, это часа два сядет. Ну, проведем. Вот я по сумме затрат как бы сейчас не хотел бы озвучивать. Суть вопроса. У нас работы будут закрыты, мы посчитаем количество техники, которое используется здесь, количество человека, часов, фактическое время проведения работы, тогда уже цифры появятся более точные. Хорош! Стоп! На красной линии! Нет, тут заграждение! Коллеги, все, пожалуйста, вот все. Вот натоптано, все, пожалуйста. Зацепился камерой, камера загнулась. И то есть, все. Ура! Где хозяин? Ну, хозяина нет. Хозяина нет. Вот они, наверное, подлетели, зацепился. Он цепанулся, перевернулся и вот попал в грозотрос в таком состоянии. Вот видите, здесь вот он крепится, а здесь он повреждено. А вот винт сломан, кстати. Видите? То есть сколько людей было задействовано для спасения вот этой пластмасски? Бригада 5 человек и 3 ТР 8 человек. Но надо еще не забывать, что персонал, кто выводил линию, то есть это оперативно-диспетчерский персонал, кто находится на диспетчерских пунктах, персонал, кто выполнял переключения на подстанциях, они тоже задействованы в подготовке ремонтной схемы.